Подвели предварительные итоги единого дня голосования в Верхней Волжье. На пресс-конференции представители избиркома сообщили, что явка превысила 27%. Подробности в сюжете Натальи Чекет. 8 сентября выборы проходили по всей России. В Тверской области состоялось 33 избирательные кампании на замещение 286 депутатских мандатов. Жители выбирали депутатов законодательного собрания. Также проходили выборы в органы местного самоуправления. Все мандаты по результатам голосования 8 сентября замещены. Там, где формировались представительные органы в целом, проходили выборы, они сформированы в полном составе. Где проходило замещение мандатов, освободившихся по той или иной причине, они также замещены. В муниципальной кампании наибольшее число голосов у партии «Единая Россия». Они получили 67% депутатских мандатов. На втором месте – самовыдвиженцы. Поддержка кандидатов от других партий на голосовании оказалась значительно ниже. В день голосования в избирательную комиссию Тверской области от участников не поступило ни одной жалобы, ставящей под сомнение результаты состоявшихся выборов. В ходе избирательных кампаний в избирательной комиссии территориальной не поступило ни одного обращения. Те вопросы, которые возникали в ходе голосования 8 числа, они абсолютно спокойно, в рабочем спокойном режиме решались на местах, без обращений и без жалоб. Все желающие могли наблюдать, как проходило голосование онлайн на сайте избирательной комиссии. Также на участках работали общественные наблюдатели, следившие за выборами. Помимо этого, помощь гражданам оказывали волонтеры. В день выборов работала горячая линия. Как отметила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, наибольшее число звонков поступило от жителей Твери. Граждане интересовались, на каком избирательном участке можно проголосовать. Напомним, что в этом году столица Верхней Волжья не участвовала в голосовании впервые за 4 года.